Президент Республики Беларусь Александр Григорьевич Лукашенко. Уважаемые товарищи, сегодня, накануне государственного праздника Дня народного единства, мы чествуем наших соотечественников. Чествуем белорусов, которые своим талантом, трудолюбием достигли больших высот производственной творческой деятельности, служении Родине и своему народу. В годы исторической памяти считаю важным подчеркнуть, что день 17 сентября вернулся в наш праздничный календарь не только как напоминание ценности свободы и независимости, но и как дань эпохи, подарившей нам, белорусам, право занять свое место на карте мира. Мы будем помнить об этом, как и то, что мы состоялись как народ, как нация, как государство, победили в Великой Отечественной войне, возродили страну из пепла и даже опередили некоторых в освоении космоса, ядерной энергетики, биотехнологии, благодаря людям труда. Людям, которые всегда ставили интересы государства выше личных, таких как вы. Сегодня вам будут вручены заслуженные государственные награды, ордена, медали, звания. Вы шли к ним, как часто бывает в жизни, через взлеты и падения, через трудности и преграды, но всегда шли честно и достойно. У каждого за плечами своя жизненная история и свой путь. Всех вас объединяет одна судьба – судьба нашей Беларуси, славную летость которой мы с вами продолжаем. В моих глазах каждая история заслуживает отдельного рассказа, отдельных слов благодарности, но не все, к сожалению, можно озвучить. Но если позволите, я уделю внимание одному, присутствующему здесь совсем юному гражданину Беларуси. Человеку с огромным сердцем. Сегодня мы вручаем медаль за спасенную жизнь Богдану Шелегу, учащемуся 8 класса Макранской средней школы. Это он вынес из огня двух наших сестричек, совсем тогда, наверное, не думая о себе. Это будущее. Такие герои должны быть в Беларуси. Дорогие друзья, я еще раз хочу поздравить вас с наступающим праздником, Днем народного единства. Пусть заслуженные награды и звания станут очередной ступенькой к новым профессиональным и творческим победам вашей жизни. Мира, счастья, благополучия вам, вашим родным и вашим близким. С высокими государственными наградами. Уважаемый Александр Григорьевич, разрешите мне поблагодарить вас за столь высокую государственную награду. Это награда всего нашего трудового коллектива, в котором работает более 1500 людей. Это напряженный труд всех работников нашего предприятия. Вот. При вашем личном участии и поддержке наша национальная деревообработка пережила глобальную модернизацию и сегодня находится на самом высоком уровне. Наши работники работают в комфортных условиях, получают достойную заработную плату. Вот. За это вам большое спасибо. И в преддверии великого нашего праздника я хотел бы
поздравить вас и весь наш белорусский народ с этим праздником. Желаю мира, добра и благополучия. Спасибо. Я счастлива и благодарна получить такое высокое звание. Спасибо вам огромное за поддержку театра. Я хочу выразить слова благодарности своему коллективу, Белорусскому государственному академическому музыкальному театру. Хочу поздравить всех присутствующих с наградами. И у нас прекрасная дата – День народного единства. Я хочу пожелать нам мира и процветания Белоруссии. Житнёвое поле, лясы и озёры, крынишенька лузе, и в небе жал рук, услухайся только, усё тут говорить. Люблю тебя, белая, белая Русь, люблю тебя, белая, белая Русь. За Беларусь! Уважаемые друзья, традиционно поздравляю вас и традиционно же хотел бы еще с вами встретиться не единожды в этом Дворце Независимости. Будьте здоровы, живите достойно, вы теперь образец и лицо нашего государства.